В Самаре с 21 по 25 ноября пройдет 15-й международный кинофестиваль «Соль земли». Он объединит сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран. Главной фестивальной площадкой традиционно станет Центр кинематографии «Художественный». Также будет работать онлайн-кинотеатр. В программе творческие встречи, кинопоказы, конкурсные и внеконкурсные программы, ретроспективные показы фильмов Тарковского и Кончаловского. Вход свободный, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Программу материнского капитала продлили до конца 2026 года. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми. С 2020 года получить мат-капитал может семья, в которой рождается первенец. Выплата на первого ребенка в 2023 году составит почти 590 тысяч рублей, информирует телеграм-канал администрации Октябрьского района. Глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила ход строительства площадки по губернаторскому проекту «Содействие» на Вилоновской, 90. Там уже установлена пергола и ведется монтаж освещения. Скоро будут выполнены работы по устройству кровли, установке детского игрового комплекса и резинового покрытия. Контролируем процесс, работаем дальше, сообщает телеграм-канал района. Глава Самарского района Роман Радюков наградил жителей за победу в районном этапе конкурса «Народное признание». В этом году акция имеет патриотическую направленность. Об этом говорят номинации, в которых выбрали победителей. Память и слава, признание и уважение, мы вместе, наследники победителей, герои нашего времени. Всего 6 победителей, и у каждого своя жизненная история, свои заслуги перед районом. Впереди областной этап акций, пишет телеграм-канал Самарского района.